Добро пожаловать на наш канал! Сегодня приготовим соус из корня хрена. Такой острый соус идеально подойдет к мясу и к холодным мясным закускам. Острый соус из хрена, приготовленный в домашних условиях, отличная замена и альтернатива магазинному. Корень хрена предварительно моем, очищаем и нарезаем кусочками. Общий вес для соуса понадобится 60 грамм. Отправляем в чашу блендера и перебиваем. Добавляем 50 мл обычной холодной воды и перебиваем еще один раз до однородности, чтобы получилась мелкая крошка. В отдельную чашу блендера отправляем 50 мл оливкового масла, яблочный уксус 40 мл, пол чайной ложки розовой гималайской соли. В качестве подсластителя добавляю чайную ложку стевии с эритритом. 1 чайную ложку сладкой паприки и четверть чайной ложки ксантановой камеди. Все это вместе перемешиваю. Благодаря ксантановой камеди соус будет густым, вязким и однородной консистенции. Взбиваю блендером, все ингредиенты должны объединиться и получится густая однородная масса. Вот такой густой соус. Теперь в него добавляю предварительно измельченную крошку из корня хрена, перемешиваю и еще раз перебиваю погружным блендером до однородности. Острый соус из корня хрена готов. Соус получается в меру острый, густой, с однородной консистенцией. Он идеально подойдет к мясу, холодцу, зельцу или приготовленной свиной рульке. Рецепты зельца или запеченной свиной рульки вы можете посмотреть на нашем канале, ссылки оставлю под видео в описании. Храню соус в холодильнике и пищевом контейнере.